Всем привет, меня зовут Ира, вы на канале Неизлечимые цитоголички. Перед вами, как можете уже узнать, Хоя Хешкеляну варигата. Я хочу вам показать, как она с прошлого видео изменилась у меня. То есть прошло полгода, и вот смотрите, как она у меня бросла. За эти полгода я ее, в принципе, не вытаскивала. Ну, то есть было там пару раз, я относила ее в душ, ну, точнее, все цветы, что стоят на окне. Она стоит у меня на окне, на южную сторону, без подсветок. Опять наблюдаем, она растет. И причем, смотрите, листики красные. Значит, она еще и подзагорела. Но дело не в этом. Дело в том, что я относила ее в душ, выполняла свои бытовые задачи, смыть с растения всю пыль и ставила. То есть я не углублялась вообще в ее вид. И сейчас, когда у меня дошли руки, мне нужно ее почеренковать на продажу. И плюс я хочу сделать другой вид. Мне сейчас на поре она не нравится. Вот, я сейчас ее покручу, и вы посмотрите, в принципе. Мне кажется, вы со мной согласитесь, что, ну, такой себе вид она обросла. Она выглядит неопрятной. Опора эта меня вообще дико бесит. Я от них избавляюсь, потому что, ну, я не знаю, кого они выдержат. Даже вот Хешкеляна ее нагибает. В общем, никакой уверенности в этой опоре нету. И вот такие вот ветки она нарастила. Смотрите. Да, междуузелья тут длиннее. Но извините, зимой стоять без, можно сказать, солнца и расти для варигантного растения, ну это уже хорошо. Так вот, что я хочу сейчас с ней сделать? На опоре, на лестнице я ее не представляю. Я хочу ее разместить ампелем. Сейчас я вам еще раз ее покручу. Вы запомните. Здесь прям так красиво, пышненько. И вот эти вот, которые ветки прошлогодние. Посмотрите, как тут густо наросло все. И вот как сейчас. Так. Поехали. Это убираем. Я хочу ее поставить на такую вот подставку. И уже на ней я буду формировать растения. Так, сейчас чуть-чуть побольше сделаем кадр. Вот, клиент усажен в кресло и начинаем ее распутывать. Так, опору нужно вытащить, конечно же. Тут, смотрите, вот в любое вот ее вот движение, любое движение ее задеть, и все, и она вся, вот, даже вытащилась без проблем. Эти опоры, пройденный этап. Так. Смотрите, в принципе, она уже неплохо выглядит. Сейчас. Уже можно ее как-то тут раскинуть, но мне, опять же, не нравится. Нету никакой симметричности, что ли. Вот с одной стороны вот такие плети. Красивые, конечно, да? В общем, одна сторона как-то активно нарастает, а вот здесь вот все пусто. Вон, сзади вообще лысая. Вот так. Ой, маленькие жертвы. Хорошенький листочек отвалился. Загорелый. Так, смотрим, что и как мы будем резать. Вот эта явно ветка ее прям отягощает.
Ну, прям очень тяжело смотрится она со стороны. Вот эти лысоватые. Хоть они наросли, ну вот прям даже смотрите, видно четко. Лето, лето, лето. Оп, солнце меньше. И все, и поехали. Длинные междоузелья. Нет, ей так не идет. Ей идет вот такая вот густая листва. А тут, конечно, вот смотрите, немножко все-таки зазеленило. Зазеленило, но все равно. Варикантность полностью не пропала. Я подготовила листок, потому что от млечного сока я уже устала оттирать стол. И, естественно, подготовила инструмент. Это мой любимый секатор. Итак, поехали. Определенно точно я буду резать вот эту ветку. И буду ее резать вот как раз-таки до того момента, когда было еще солнце. Так, одна поехала. Ну, вообще, мне вот эта длина устраивает. Плюс у нас на дворе почти скоро будет весна. И за весну и лето она подрастет. И как бы все равно у нее есть предел по длине. То есть не хочу, чтобы прям с этой подставки, в общем, до, получается, поверхности плечи, чтобы не лежали. Это неудобно будет мне потом в процессе уборки подоконников. Протирать будет неудобно от пыли. Мне нужно, чтобы они все равно не касались подоконника. Так, вот эту ветку, хоть она и в росте, я тоже ее, не знаю, пока не буду. Посмотрим, срежем самую тяжелую, которая точно здесь не смотрится. Это вот так. Вот эта, хоть она и красивая такая, прям как, я не знаю, горсть винограда, да? Посмотрите. Красотка. Так, дальше. Дальше нужно распутать тут еще. Рядом плеть, конечно, тоже срезаем. Тоже. Так. Потом вот так, там короткая междоузелье получается. И неудобно будет укоренять. Все. Все равно выглядит прям вот, ну, тяжело. Не нравится мне. Поэтому вот эту я еще тоже подрежу. Тоже густенькую такую. Тоже хорошенькая. Так. Слабонервным сразу говорю, выключайте видео. Те, кто не может смотреть спокойно такие морально тяжелые видео, где режут растения, можете сразу покинуть эту страницу. Так, вот эта тут густенькая, ее нужно, чтобы укоренить красиво, презентабельно. Нужно будет еще раз поделить и посадить две веточки. Так, дальше. Ну вот, мне уже даже в принципе и так нравится, как выглядит. Вот ветка пойдет. Вот это подрастет. Это, кстати, отдельный черенок, который я подсаживала. Да, на него большая надежда. Он должен тут все заполнить собой. Кстати, я уже не помню, сколько у меня здесь подсажено. Но точно больше подсаживать сюда я не буду. Потому что предел у горшка есть. И мне кажется, что корневая там уже очень хорошая. А пересаживать больше горшок я его не собираюсь. Так. Что-то еще нужно отрезать. Что-то мне еще хочется отрезать. Но отрежу вот эту, потому что она уже свисает. Она дотрагивается до
поверхности. Поэтому срезать ее нужно красиво. Ой, я чувствую себя парикмахером. Буду резать понемножку. Понемножку, все равно здесь как-то много. Ну, вот эту, наверное, да, надо вот эту полностью отрезать. Так, прям под корень эту ветку. Вот. Вот эту трогать не буду. Все, мне кажется, я почти довольна. Я почти довольна. Так, со стороны отойдем. Смотрим под разным углом. Ну, тут мне прям как-то, не знаю, вот это что ли еще отрезать? Ну, не все, допустим, вот так. Да, наверное, я вот так ее отрежу. Вот, ну, пускай будет так, вот. Думаю, будет смотреться полегче. Вот. Смотрите. Та-дам. Так выглядят черенки, которые уже размещены в стаканчике с торфом. Мне осталось их поставить только в теплицу, и они начнут укореняться. Черенки получились абсолютно разные. Какие-то прям пышненькие, какие-то длинные. Все это появится в продаже, скорее всего, в марте. У меня на странице ВКонтакте в отдельном альбоме. Если вас заинтересовала покупка, пишите мне в личные сообщения. Хоя Хишкелян Варигата. Пишите в комментариях, как вам ее преображение. Я довольна. Мне нравится. Плюс она разрастется, когда уже точно почувствует весну. И будет вообще шикарная дама. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока.